Любой кризис, он приносит какое-то внутреннее такое, да, сужение по всем параметрам. Денег становится меньше на рынке, клиенты более жесткие, там, издержки более видны и тому подобные вещи. То есть это, во-первых, какой-то такой стимул для нас быть более сильными, более продуктивными, более результативными. То есть сейчас в данное время при той же результативности приходится работать больше, намного, для того, чтобы заработать те же деньги. Но вместе с этим очищается рынок, то есть уходят из рынка компании, которые не могли выдержать и которые не сильны. И поэтому компании, которые останутся, однозначно кусок пирога останется большим. Если говорить по поводу глобальных изменений, то мы уже подписали ассоциацию, политическую часть с ЕС. То есть, дай бог, все будет отлично, и летом мы подпишем экономическую составляющую этого пакета. И, конечно, тогда открывается огромный, там, сумасшедший простор европейских стран, где мы сможем торговать на равных, предоставлять свои услуги, продавать сервисы, легче передвигаться и тому подобные вещи. То есть, ну, рынок в Европе сумасшедший, рынок Германии, Франции, Англии не падает и сейчас. Я вот несколько дней назад вернулся только с Лондона. Если говорить конкретно о моей сфере промо-продукции, то в Англии там стабильный рост в течение последних нескольких лет. Поэтому мы можем туда идти и можем что-то предлагать. Опять же, каких-то качественных и крутых сервисов либо товаров там не настолько много. То есть конкуренция сумасшедшая, а покупать нечего. То есть все как-то вот, все на хорошем, качественном, высоком уровне. Но опять же, если мы предлагаем что-то там вау, они готовы эти вещи покупать, там огромная культура потребления дорогих продуктов, то есть они не хотят все покупать за 50 центов, они готовы покупать дорогие продукты, лишь бы они были действительно качественными, классными.